В Центральной детской школе искусств «Химок» открылась выставка-конкурс «Учитель и ученик». Название «Лучшие» претендуют 104 картины. Верхний ряд занимают работы преподавателей, а прямо под ними в строгой последовательности представлены художественные произведения их воспитанников. Чем интересна эта выставка? Это тем, что в школах искусств работают художники-профессионалы. Они члены творческих союзов. Эта категория людей, она выпадает из других категорий инженеров, других. Это очень творческие люди. Выставка «Учитель и ученик» в ЦДШИ продлится более месяца. На закрытие в школу придет жюри. Именно оно и определит победителя ежегодного конкурса.